приехали с женой из Одессы. Жена сюда уже второй раз. Вот от нее узнал. Трудно было решиться. Она рассказывала о совершенно другом питании, нетрадиционном. А я привык, ну, я бывал в санаториях, к другим условиям. Но мне здесь очень понравилось. Необычайно вкусно. Я такого никогда не ел, ничего. У меня проблема с коленями, с коленными суставами, мениски. И почему-то, может быть, на этом общем, не знаю почему, тазобедренные тоже заболели. А тут как-то все в комплексе. У меня даже колени устали. Это и прогулки, это и электрофорез с бишофитом и с грязью. Это массаж, это припарки горячие, контрастные. То есть горячее, потом холодное. Это все в комплексе как-то так чудесно подействовало. Да. Я буквально неделю назад не мог без боли спускаться вниз. А теперь не чувствую. Я легко схожу вниз по горе и вот по лестнице. Здесь все необычно. Мы ходим, приходим, лекции слушаем. И я заметил, знаете, придет три человека, точно так же к ним относятся, как к 15 человек, к человекам, которые приходят на лекцию. Так же ответственно, так же доходчиво объясняют такие вещи, о которых, может быть, мы и слышали, но не задумывались. А тут как-то все конкретно. Тут такое отношение, такое все приветливое, душевное. Мы решили по возможности продолжать тут в том же духе то, что здесь испытали. Мы даже хотим родителей сюда привезти. Мы все бежим. Спеши. Стоит приехать, чтобы остановиться и задуматься.